Всем привет! Сегодня хочу снять для вас видеообзор о наборе для лица от компании Faberlic серии Expert. Сам набор идет вот в такой коробочке. Также в этой коробочке идет вот такая вот инструкция. Там все детально описано, как что им пользоваться. Что же до моих впечатлений? Во-первых, набор идет вот в такой вот красивенной коробочке, очень качественно выполненная, из такого вот твердого пластика, с очень хорошей этой застежкой. И, ну, уже пользуюсь более 3 месяцев этим набором, видите, буковки не стерлись, ничего с этим чехольчиком для этого набора не случилось, коробочкой. Сам же набор выглядит вот так. Здесь 4 насадки и сам набор, ну, сам аппарат. Вот аппарат, как бы минусы самого аппарата, это то, что он громко работает. Ну и достаточно хлюпенький такой, но уже пользуюсь, повторюсь, более 3 месяцев, правда, только по вечерам я снимаю с ним косметику, как бы умываюсь с ним, ну, снимаю специальным средством для снятия косметики, после этого еще умываюсь этим наборчиком. Здесь 2 скорости, 1-2, я в основном 2-й пользуюсь. И что хочу сказать, за 3 месяца использования этого наборчика моя кожа стала выглядеть намного лучше. Она как бы имеет более ровный тон и намного лучше очищена. Давайте же перейдем к самим насадкам. Первое, я покажу вам вот такую вот экстремальную. Это для пилинга, и я иногда ей пользуюсь, но не часто, где-то раз в неделю. И действительно, очень хорошо делает пилинг для лица. Может заменить скрабики, но я иногда скрабиками и очень-очень редко вот этой насадкой. Много кто говорит, что она очень жесткая, но я только на 1-й скорости и очень-очень слегка делаю пилинг, поэтому моему лицу она как бы не вредит. Следующая насадка для массажа тоже мне очень нравится. Здесь такие вот 4 шарики, которые крутятся в разные стороны. И когда вы наносите очень жирный питательный крем, он хорошо впитывает, дальше этим приборчиком с этой насадкой делаете массаж. И он хорошо впитывается, и сразу видно вот такой нежный эффект. И тоже лицо стает таким посвежевшим, ну, нам очень хороший, мне нравится эффект. И от массажа. И также остались 2 насадочки. Эту рекомендуют на каждый день, эту как бы для пилинга 2-3 раза в неделю. Но я так не пользуюсь, я наоборот этой вот щеточкой пользуюсь 2-3 раза в неделю, потому что она очень жесткая и немножко колется. Да, она лучше очищает как бы лицо, она идет против черных точек, но это более нежные, такие вот отдельные вот с такими вот ворсинками продают пальчиками такими для умывания на каждый день, спонжики, я думаю, вы такие видели, и это очень удобно, очень хорошо мыть им лицо. Она идет, как бы, по-моему, там тоже для пилинга или более глубокой очистки, но, по-моему, ну, лично для моего лица это для более глубокой очистки лица, а это для каждодневного. Мне так больше подходит, и на моем лице этот приборчик работает идеально. Мне очень и очень сильно нравится, и хочу этому прибору от компании Faberlic поставить 5, потому что лицо мое стало намного лучше. Стоит он достаточно бюджетно, по-моему, самый бюджетный из всех сетевых марок, и к этому всему идет в очень удобной упаковке, но я не пользовалась других марок, но я видела в Эйвоне, там идет только, по-моему, 1 или 2 насадки для набора, для очищения лица. А здесь целых 4 штучки, плюс он стоит дешевле и, повторюсь, уже работает на мне 3-й месяц. Поэтому могу всем порекомендовать хотя бы попробовать вот этот наборчик, потому что очень-очень качественный. Всем спасибо за внимание.